Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шоу-Трибун. Готовим сегодня вкусно, легко и очень просто. Сегодня у меня закусочный пирог, готовится который из печени и множества остальных ингредиентов. Очень вкусный, ароматный. Стоит попробовать. Начинаем готовить. Погнали! Первым делом отправил полкилограмма печени в сотейник. Наливаем сейчас холодную воду и нужно будет отварить после закипания ровно 5 минут. Так, теперь готовим вкусную зажарочку. Нам понадобится одна луковица. Нарезаю кубиком. Также берем одну морковку и натираем через мелкую терку. Отправил сковородку на плиту, добавляю чуть-чуть растительного масла. И сразу же отправляем жарить и лук, и морковку. Жарить нужно недолго. Буквально 4-5 минут этого будет достаточно, чтобы и морковка помякла, и лучок. Буквально за 1 минуту до конца прожарки добавляю 1 столовую ложку соевого соуса. Беру небольшую миску, отправляю в нее 3 куриных сырых яйца. Добавляю черный перец по вкусу и, конечно же, солим, также по вкусу. Все это хорошенечко нужно взбить. В сырую яичную массу также отправляю 3 куриных отварных яйца. Режу мелко на кубики. Также нам понадобится для нашего блюда зеленый лук. Добавляю в миску зелень. Зелень можно брать любую, на любителя по вкусу. Сюда же отправляю зажарку. Печень нужно слегка измельчить, не сильно. Вот так, на порционные кусочки. И печень также отправляем в миску. Чуть-чуть добавлю сыра, буквально грамм 30-40. И буквально 1 столовая ложка рисовой муки. Еще добавлю щепотку соли, так как печень у меня не соленая. Теперь все это хорошенечко перемешиваю. Взял удобную стеклянную форму, смазываю ее сливочным маслом. Все, отправляем в форму нашу вкуснейшую массу. Уже очень аппетитно выглядит. Теперь отправляю в духовку. Выпекать буду при температуре 190 градусов примерно 25-30 минут. Ну что, друзья, начинаем нарезать. Дал чуть-чуть остыть. Ах, какая красота, друзья. Аромат. Какой же это аромат. Вкуснятина. Самое главное, готовится очень просто и несложно. На любой праздник украсит ваш стол простой, интересный, вкусный, ароматный пирог, закуска, запеканка, как хочешь можно назвать. Но на самом деле очень ароматно и, конечно же, красочно. Пробуем. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставим лайк, подписываемся, делимся с друзьями. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.